Алло, 13-й? Да, я. Ну как выполняется задание? Все окей. Вы встречались с нашим контактом? Да, босс. Значит, шифрограмму получили? Конечно, босс. Деньги удается отмывать? Купили шикарный дом? Конечно, босс. Не дом, а дворец. Так, а дорогие покупки в супермаркетах и бутиках совершаете? Еще бы, босс, все окей, весь Манхэттен скупил. Так, а с нужными людьми в верхах удалось познакомиться? Кому-нибудь влезли в доверие? Все чики-пуки, шеф, не о чем беспокоиться, все идет по плану. Я наладил связи с элитой здешнего общества, раскручиваю самые сливки, так сказать. Ну ладно тогда. Рад, что все складывается. Что ж, продолжайте работать. Тружусь на славу Родине. Жду еще средств, медалей и повышения. 13-й, Родина о тебе помнит. Ты на отличном счету. Слава России! Слава России! Ну все, 13-й, до связи тогда. До связи, шефчик дорогой, пока. 13-й, хватит любезничать. Короче, я разъединяюсь. Удачи вам. И вам того же, и президенту, и нашим, всем-всем.